Всем-всем привет, с вами Фанни. Играем в Plants vs. Zombies, в принципе, ничего новенького. Приключения, правда, 3.1. Безумный Дэйв. Похоже, зомби перестали атаковать выбор. Теперь они пытаются зайти сзади. Если совсем тебе плохо стало, грибы больше тебе не помогут. Потому что днем они спят. Красота и восторг. Вообще класс. Аж повеситься можно. В прошлый раз мы получили кувшинку, я теперь понял, для чего она. Возьмем это, это. Да. Ну да. Сажаю. Видишь, ты сажаешь? Как по-другому. Ты что такое скажешь что-нибудь? Прям заморят. Быстро. На, все. Суши горошек. Нет. Ну, прям шикардос вообще. И второй там же идет. Ух, так. Господь мои молитвы услышал. А у тебя нет шансов. Просто разворачивайся и уходи. Тебе будет лучше. Не, они меня не слушают. Вообще, ну дурачки. Ёбушки-воробушки. Ебаный марихуана, это шо ж такое? Даже так уровень не уровневский был. Ух ты, ну святые, Дева Мария, ну что ж ты творишь? Кабачок. Экстрасенс в деле. Расплющивает зомби. Ну, то ясно дело.
Ну вот, пришло время кабачка. Нет. Что ж выбрать? Ай-яй-яй-яй. Какой большой выбор вообще. Ладно. Ты ж убивай. Маски. Маски. Другие слова я не знаю. Пушку встали по одному в один ряд, я бы вас там бы убил бы всех. Почтальон, круассан, блин. Ты шо? Вот так? Нет, фух. Опа. Открытыми не играем, играем в главное меню. Будем наслаждаться. Первая волна. Святая устрица вышла, ребята. Ой, чё, что ж Владик творит, ладно. Здесь же рамки разумного, второй уже этот, с ведром, ну... Кстати, вы заметили, а тут-то 6 линий.
То в прошлый раз было по 5, а в этот раз 6. Растете? Ебаный, что ж ты творишь, а? Что Иридия обнюхалась? Ну что ты творишь, ай, блядь. Ой, как все удачно. Ой-ой-ой, боже мой. И кабачком еще прищемил. Это... Без понятия, что это? Три стрелы стреляют горошины в трех направлениях. Ну... Об этом мы поговорим в следующей серии. С вами был Фанни. Подписывайтесь на наш канал. Пока!